Мы уже дома. И вот кот Брюсик. Брюск. Ой. Всем привет. Сейчас я в Украине уже как целых 4 дня, которые я как раз не снимала. Буквально уже через 15 минут я, бабушка и моя сестра Арина, мы направляемся на поезд, и мы поедем сначала в Херсон, город Херсон. В Херсонской области есть городок Скадовск, в котором мы будем как раз отдыхать, и там есть Черное море. Будем садиться на поезд, ехать до Херсона, и потом мы поедем 2 часа на маршрутке. Но я, конечно, извиняюсь, что я не снимала все эти дни. Привет всем, мы уже в Скадовске. Сейчас направляемся на море. Всем привет! Не очень. Я сейчас пролезаю через всякие тут проходы, потому что, так, короче, я сейчас иду сама на пляж. Утром было непонятно, кто с кем идет. Мне кажется, что я иду правильно. Да, я иду правильно. Мы вчера рыбачили. Я поймала 5 больших бычков. Мне очень понравилась рыбалка. Мы рыбачили вместе с Настей, с нашими папами. Приехали мы на остров. Мы сейчас уже на пляже. И вот такой вот у нас красивый вид. Скоро, может быть, нам принесут нашу еду. А пока мы ели крекеры, мы нашли богомола. Он тебя не трогает, не кусается, сидит. Он тут живет. Вот он, вот он. Милана! Такой красивый. Милана! Зеленый такой. Мы сейчас на острове Джерлгач. Вот там вот. Вон там сколько. Водов. Тут очень-очень-очень прозрачная вода. Она очень хорошая, нет такого, что тебе не надо. Нет, ё! Такие крабы. Мы на острове до сих пор. Если у меня красное лицо, то я сгорела. Настя, вы что-нибудь скажете по поводу? Что-нибудь? А? Нет, наверное. Хорошо. Я сгорела, походу, лицо. Мы с Ариной. У нас красные лица. Мы немного сгорели, пока были в воде, потому что, наверное, 40 минут где-то были в воде. Сейчас через 20-25 минут уже мы пойдем обратно. Я скажу одно, что на острове тут очень красиво. Вот так вот.